Трансатлантические отношения между Европой и США сейчас важны как никогда из-за войны в Украине. Но насколько важны США для Германии? Способна ли Германия защитить себя от России без США? Нет, но именно поэтому мы находимся в альянсе НАТО. И, конечно, США особенно важны для Германии, но также для Европы и для НАТО. И именно поэтому мы так тесно и хорошо работаем вместе, потому что только так мы можем существовать как альянс, как союз сильных партнеров в этом мире. Президент Байден описывает эту войну в Украине как войну демократии против автократии. Вы тоже так считаете? Я думаю, что это также внутриамериканская дискуссия. Я думаю, что совершенно правильно говорить о том, что мы имеем дело с системой многосторонних отношений. Есть государства, которые считают, что мировой порядок, основанный на правилах и правовых нормах, является правильным. Есть одна страна, которая выступает против этого. Это Россия. Если посмотреть, какие государства действительно на стороне России, то это такие государства, как Северная Корея, Сирия, Венесуэла. И главный вопрос здесь в том, что они не считают порядок, основанный на правовых нормах и правилах, верным. Я считаю, что именно эта тема является главным вопросом на данный момент. Когда Германия сможет обходиться без российского газа? Трудно сказать. Дело не в одной Германии. Другие страны Европейского Союза гораздо больше зависят от российского газа. Мы уже значительно снизили нашу зависимость, которая раньше составляла 55%. Но это касается и других европейских стран. Это касается всего мира. Если российский газ будет недоступен на мировом рынке, поскольку он больше не сможет поступать в Европу по существующим трубопроводам, то его нельзя будет просто перенаправить. Существует не так много трубопроводов, которые затем идут в Китай, или мощностей для сжижения газа, чтобы он был доступен на мировом рынке в виде СПГ. Газ будет больше недоступен. Это приведет к тому, что цены на газ в целом вырастут. Возможно, Германия или Европа могут себе это позволить, но многие другие страны нет. И в этом отношении мы также должны следить за последствиями событий для всего мира.